Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. 20% кировчан находят новую работу за 10 дней, так утверждают в службе занятости. Правда, найти новую работу удается чуть более чем половине обратившихся за помощью в службу занятости. Всего за 2021 год туда пришло 44 тысячи человек, трудоустроили 28,5 тысяч. При том, что спрос на рабочую силу гораздо больше, работодатели за год заявили более 85 тысяч вакансий. Прошли обучение за год или получили дополнительное профессиональное образование 1700 безработных жителей Кировской области. На общественные и временные работы трудоустроили 1800 человек. Услуги по содействию предпринимательской деятельности и самозанятости получили порядка 1000 безработных граждан. Программа «Экономика». В Кировской области разработают механизм дорожного ППМИ. В 2022 году в регионе планируется выделить 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в районах. Это будет способствовать развитию экономических связей, уверены чиновники областного правительства. Также выделят деньги на сельские дороги. Сумма на ближайшие 3 года – 1,8 миллиарда. Приоритет при выборе участков отдавали дорогам, которые ведут к производствам. В дополнение к государственным инвестициям власти хотят по аналогии с проектом по поддержке местных инициатив, разработать так называемый механизм дорожного ППМИ, чтобы бизнес определял перечень объектов дорожного строительства и ремонта и частично оплачивал эти работы. Экономика на 101 FM. Бизнес может пользоваться системой быстрых платежей. С этого года банки смогут проводить через нее B2B-операции – переводы между юридическими лицами, ИП и самозанятыми. Это позволит бизнесменам моментально отправлять и получать деньги на свои расчетные счета, а не ожидать проведения операции в течение часов или дней. Платить за использование системы банки будут от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Когда запускать такие услуги, они будут решать сами по мере своей готовности. Поэтому в ЦБ рекомендуют перед отправкой денег уточнить в своем банке и у компании-получателя, возможен ли такой способ перевода. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.